Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы с большой дороги. Света, давай. Добрый день, Михаил. Меня мучает вопрос. Возможно ли, перебравшись в США, сохранить свою национальную идентичность? Не только для себя, но и для своих детей, внуков, правнуков. Или все в итоге превращаются в англоязычных безродных американцев? Знаю, что многие евреи решают данную проблему, вступая в браки только с евреями. Практикуют ли немцы, русские, украинцы или англичане подобные методы в США? Ваши внуки, внучки ваших друзей, родившиеся в США, знают ли они о своей национальности? Понимают ли разницу между евреями, русскими, немцами, англичанами? Вообще, в США приветствуется ли сохранение своей культуры, культуры своего народа? Или желательно это не афишировать? Развиты ли общины и диаспоры? Не угнетают ли их? Не показывают ли на них пальцы? Можно ли нормально жить и работать, говоря всем, кто спросит, что я русский, что я знаю русский язык, русскую культуру и тому подобное? Предостерегают ли детей вступать в браки, например, с афроамериканцами? Я понимаю, что это скользкая тема. Спасибо. Ну, я бы так сказал, что вопрос понятный. Хотя я думаю, что немножко, может быть, в этом вопросе как-то повышенное такое внимание к этому вопросу, хотя, в принципе, интерес понятный. Значит, что сказать насчет евреев, которые вступают в браки только с евреями? Значит, ассимиляция евреев в СССР, в России, в СССР, в России и в Соединенных Штатах одинаково, это 50%. 50% ассимиляция. Поэтому сказать, что как-то евреи специально там или что-то, но что действительно есть, это религиозные вот эти вот дела. То есть, скажем, еврей верующий, да, он может естественным образом, скорее всего, он хочет взять девушку из верующей еврейской семьи. Я это наблюдаю у баптистов, у пятидесятников. У нас вот есть ребята молодые из Сакраменто, из Вашингтона приезжают. Там большие религиозные группы, вот, ну, такие из Украины, России. Они создают семьи вот как раз по религиозному принципу. И это понятно, это люди с общим мировоззрением. Это понятно. Что касается языка, вот то, что они русские. В Америке в целом исторически поддерживается как бы концепция плавильного котла. Она не поддерживается сверху правительством или я там не знаю кем. Она просто вот так, ну, реализуется. Поэтому вот оно так все перемалывается. Вот когда с людьми на улице разговариваешь, вам кто-нибудь обязательно скажет: ой, там, у меня там бабушка там из Польши или из Украины, или из Одессы, или из Раши. Причем Раша — это может быть очень широкое определение. То есть, допустим, они приехали когда-то еще до революции, и вот то, что тогда было Рашей, там, скажем, Варшава, да, значит, это у них тоже будет Раша. Дальше что? Здесь никто на этом не циклится, то есть это твое личное дело. Вот ты, например, хочешь быть китайцем. Ну, в смысле, ты и так китаец, но ты хочешь, чтобы твои дети знали язык там и так далее. Значит, они ходят в эти воскресные школы, они там, у них как бы такая вот деятельность крутится, там вертится и так далее. Но при этом это твое личное дело, не хочешь — не надо. Полным-полно китайцев, которые не знают ни слова по-китайски, и они выросли тут, и они вообще ничего не знают, и китайцы, и японцы, и абсолютно любых, так сказать, национальностей люди есть, которые не говорят там на языке, так сказать, этнического прошлого своего, но они знают, они любят, они уважают, они так как-то с интересом относятся, но без какого-то такого, знаете, они не хватаются за это. Поэтому вы так пренебрежительно в этом вопросе там что-то сказали, вот там какие-то они там англосаксонские, такие там американские, они об американе, если они что-то там потеряли и так далее. Ни один человек, который хочет что-то сохранить из своей культуры, да, не лишен возможности это сохранить и передать своим детям. Осталось только, чтобы дети захотели это принять, потому что дети выросли в другом мире, другими ценностями, они ходят в школу, и там другие дети. И они, естественным образом, хотят быть как другие дети. Не обязательно они отрицают вас там с вашими ценностями, но все-таки они, в общем-то, там, я не знаю. Свет, как ты скажешь? Ну, я бы сказала такую вещь, что дело в том, что воспитание, оно осуществляется внутри семьи. Угу, да, говори. И оно осуществляется в среде и в обществе, и в
учебных заведениях, да? Да. Значит, в учебных заведениях очень демократичный подход, и приветствуются любые культуры, и, ну, естественно, которые представлены более массово, да. То есть, если, например, там у Китая китайский Новый год, то в школе он будет отмечаться. И надо сказать, что все школы празднуют абсолютно все праздники. То есть, в этом смысле они очень демократичны. Они стараются, чтобы дети приобщились к разным культурам, к разным культурам, они рассказывают что-то такое. Но это очень поверхностно, естественно, какие-то знания. Значит, если вы хотите сохранить свою какую-то национальную аутентичность, то, конечно, это должно больше упор был быть сделан в семье. Есть для этого возможности в виде всевозможных воскресных школ, где поддерживается язык. Церковь есть православная? Церковь, при них есть школы, да. Какие-то школы посильнее, какие-то школы послабее, но, в принципе, вот у нас с дочкой учился один молодой человек, его родители были выходцы из Латвии. Они в детстве с немцами уходили, да? Да, а он уже родился здесь, и я всю свою жизнь, вот сколько дочка там с ним училась вместе, он ходил в воскресную школу, и он читал и писал по-латышски. Значит, в семье были такие установки, что вот он должен параллельно учиться в такой школе для того, чтобы сохранить язык. Больше того, мы знали каких-то латышей, еще встречали, таких американских латышей. Оказывается, у них есть национальные лагеря, где они летом собираются. И вот практически все латыши, которые нам попадались, мы говорим, вот там такой-то Гундерс, там такая-то фамилия. Да, они знают Гундерса, они знают его маму и папу там, и так далее. То есть у них такая очень тесная комьюнити. Есть желание, если есть желание каким-то образом влиться вот в свою среду, значит, нужно ее здесь найти, эту среду, в нее влиться и принадлежать какой-то части вот такой вот обособленной, да, своей тусовки. И тогда есть шанс, не очень большой, что дети все-таки будут получать вот элементы этой культуры. Они могут не принимать никак. Вот, они могут никак не принимать. И поэтому это дело родителей. К сожалению, вот родителям очень тяжело сохранить язык. Для этого требуется... У детей. Для этого требуются специальные усилия, да, причем это получается на ребенка дополнительная нагрузка. Он в школе учится, а он должен еще параллельно второй язык поддерживать, потому что без поддержания язык уходит моментально. То есть с ребенком разговариваешь по-русски, он понимает, в принципе, о чем речь идет, но отвечает уже по-английски. Поэтому, если есть силы, если есть желание, убежденность, что так нужно делать, то вперед, все у вас получится. Я могу сохраните себя. Что если мы посмотрим на Соединенные Штаты и иммиграция из России здесь достаточно давно существует, так что еще с дореволюционных времен. Я бы сказал, что сохранились группы некоторые, которые тут уже по 100 лет и по 120 лет, и которые живут очень замкнутой такой жизнью. Вот в Орегоне есть такие. Это, как правило, староверы есть. Есть люди, которые прекрасно в четвертом поколении прекрасно говорят абсолютно по-русски. Они абсолютно изолированы от остального мира. Достаточно изолированы. Они изолированы. Дети учились в школе, учились в колледжах, но у них вот в семье... Свободно говорят по-английски. Да, и у них свободно говорят по-русски. То есть у них свободно, уклад, без акцента. Что дома они должны говорить по-русски. Они без акцента говорят по-русски. Вы найдете их в Орегоне, вы найдете их на Аляске. Там есть поселения такие. Вот. Но, как сказать, но это все-таки религиозные. Религиозные, они староверы, и вот они на этом держатся. Во всем мире. Не на русскости. Да, не на русскости. Вот я хотела сказать, что во всем мире национальная принадлежность, она все-таки идет по религии. В Советском Союзе у нас национальную принадлежность определяли печатью в паспорте, а религии никакой за этим не стояло. Поэтому сохранить вот просто элементы культуры, А в дореволюционной России все определялось религией, и там не было, национальность не имела никакого значения. Если ты жил в России, ты хотел двигаться, там, карьеру делать и так далее, значит, вот немцы там, кто не хотел, были лютеране, а кто хотел, значит, они крестились в православие. Те же евреи, например, никто не преследовал еврея, который принял православие. Вот эти выкресты, значит, они пользовались всеми теми же правами, привилегиями, что все остальные люди, что православные, в православной стране, если хотели, да? Значит, вот то, как это нацисты истолковывали, то, как это коммунисты истолковывали, ты не можешь этого смыть себя, да? То есть, вот, допустим, они не любят еврея, потому что он родился евреем вот генетически. И он как бы вот такой, значит, этого не было никогда. Вот есть две политические системы, в которых человек определяется не тем, во что он верит и какое у него мировоззрение, да? А тем, вот, кто он там по крови
момент рождения. Поэтому даже я не знаю, что сказать. И когда вы окажетесь в Америке и будете вот на это все смотреть, вы увидите, что это сохраняется не на уровне языка, литературы, там, допустим, искусства, там, не знаю, Достоевского, Толстого и так далее, это сохраняется на уровне религии. Там, где религиозно не подкрепляется, там практически все это исчезает. Да, и кроме того, в обычной светской школе есть полно религиозных школ. Каждая церковь имеет при себе частную школу, и там, наверное, есть... Каждая конфессия, не церковь, да? Да, и там, наверное, есть какие-то религиозные занятия. Но что касается обычных светских школ, там, конечно, никакой религии нету, и там приветствуются абсолютно все национальности, и в одном классе, естественно, дети все разноцветные. Я даже больше скажу, что в общественных школах, в публичных школах у нас сейчас преобладают индусы, выходцы из Индии, просто в классе будет... Из Китая много народу. Из Китая есть немножко, но уже сегодня... Я не видел, например, чтобы было много пар между белыми и индусами, хотя мы видим сейчас потихонечку... Так нет, ну как у нас мы видим потихонечку, да, пары такие создаются, семейные. Да. Но, например, китайцы и белые, азиаты и белые, это абсолютно на каждом шагу, и уже даже не скажешь, что вообще есть какая-то разница в этом смысле. Да. То есть настолько они близки, и настолько и по духу, и по всему, что вот даже трудно сказать, что есть какая-то разница. Даже это самое, значит, рекомендации в школе, это очень смешно звучит, но, конечно, никто не скажет ни в какой школе, значит, рекомендации, что вот там ты русский. Нет, имеется в виду родители и дети. Родители и дети – это сложный очень вопрос. Опять же, это внутрисемейный вопрос, это зависит от семейного воспитания, от семейных ценностей, от семейной культуры. А, вот, потому что если ребенок, который, например, недостаточно хорошо воспитан, где-то публично что-то скажет негативное в отношении другой расы, да, то это уже нехорошее явление. Нехорошо. Но я гораздо чаще сталкиваюсь с тем, что родители в семье чего-то скажут, а дети им говорят, так нельзя говорить, так нехорошо. Потому что вот это сплошь и рядом. Правильно, это сплошь и рядом, потому что в учебных заведениях никакой дискриминации нет. Все абсолютно равны, и трудно ребенку объяснить, почему, например... Мы видим детей в школе. Почему родителям не хочется, чтобы там у ребенка был не друг даже, а вот когда мы говорим о бойфрендах, да, там влюбленность и так далее, чтобы был, например, индус. Мы видим детей в школах. И они абсолютно перемешиваются и даже не понимают, о чем речь. Вот когда, если возьмете ребенка в школе, и там, не знаю, 10-летнего ребенка, русскую девочку, и спросите, я часто спрашиваю, мне интересно, как они это все видят, и я спрашиваю, а вот кто там у вас, а кто твои друзья, а откуда они? Да, они не знают, о чем речь. Вот там она мексиканская девочка, или она индийская девочка, или она какая? Они не знают. Стрелка красная. Они не знают, понимаете? И моя мама, например, когда в 30-е годы училась в школе, вот после войны ситуация сильно изменилась. После войны шовинизм, национализм очень развились в СССР, очень. А вот до войны, например, мама говорит, а мы не знали, вот мы учились в школе, мы не знали, кто еврей, кто украинец, кто русский, кто татарин. Не было категории такой. Я думаю, может быть, мама моя такая, просто она не... Это самое, ну... А такой легкий человек вообще не обращал внимания. Твоя тоже самое говорила, правда? Нет, ну действительно. Они не знали. Хотя, когда моя мама поступала в школу, была еврейская школа, была русская школа, и моя мама настояла, чтобы ее не отдавали. Она не хотела. Она не хотела. Да. Она хотела. А мой папа ходил в религиозную школу. Ну сколько это? 27-й год. Да, вот он пошел в религиозную школу Хедер. И там было такое, что кто себя вел не очень хорошо, так линейкой по рукам давали. И ему, когда учитель дал линейкой по рукам, значит, он пошел, папе сказал, что он туда ходить не будет больше. И вот тебе, понимаешь, как, и учился уже в нерелигиозной, хотя и еврейской. Так что такая жизнь. Мир изменился. Вот мир, в котором наши родители были детьми, и мир, в котором мы были детьми, кардинально изменился. Мы и наши дети достаточно сильно изменился, понимаете, наши внуки, да, так быстро отцы, все меняется. Дети, это всегда было. Это о другом, да. Это о другом. Если человек хочет быть кем-то, он приветствуется, и никто никогда ему слова не скажет, и даже про себя плохо не подумает. Но вокруг, кроме нас и нашего влияния на детей, есть еще целый мир,
который тоже влияет. Кстати, вокруг люди, когда они слышат, они спрашивают там, откуда вы, мы говорим, что мы там из России, и все начинают очень радоваться, кто-то вспоминает, что у них были какие-то русские корни, и это, в общем-то, тоже... Через одного какие-то. Да, есть, и да. Абсолютно это все воспринимается очень позитивно, очень легко, никакого негатива в этом нет, то есть легко воспринимается. Да, нормально, нормально. Ладно, друзья, счастливо, и вот... чтобы никогда у нас таких проблем не было ни с самоидентификацией, ни с сохранением того, что хочется сохранить. Хотя не только от нас зависит. И вообще система ценностей, надо сказать, что меняется сильно, потому что мир из очень закрытого и изолированного, где каждая группа была сама по себе, возвращается к тому состоянию, в котором этот мир был когда-то. Вот. Ну, как минимум до вавилонского столпотворения, так что вот, в общем, идет и движется в ту сторону. Счастливо, успехов всем!